Предновогодние и новогодние дни в диспетчерской службе Куатшилу Орталык 3 обошлось без непредвиденных проблем. Старший диспетчер Кенес Бастыков уверяет, в день было всего около 10 звонков. Аварийные бригады устраняли неполадки в подвальных помещениях многоэтажек Шымкента незамедлительно. В целом праздники прошли без эксцессов. Вопрос погашения долгов перед газовиками уже решен. Яркое тому доказательство – температура на выходе. В эти дни она составляет 70-80 градусов. Температурный режим вошел в норму. Жители этой многоэтажки в прошлые отопительные сезоны вынуждены были обогреваться дополнительными электронагревателями. Ощутимые коммунальные счета в непростые времена заставили потребителей обновить старые радиаторы и лежаки в подвальных помещениях. Благодаря этому в квартирах наконец стало тепло. Сегодня жители желают тепловикам одного – бесперебойной работы с их стороны. Их с Новым годом, пусть они в этом году сделают нам так, как надо, здоровье им, благополучие. И чтобы все хорошо было, чтобы мы радовались, только жили, уважали друг друга. Диспетчерская служба Куатшилу Орталык 3 просит жителей быть бдительными. Если в подвальном помещении или внутриквартальных теплосистемах горожане заметили неполадки, необходимо звонить по телефонам 44 81 89 44 82 37.